Сегодня у нас 23 апреля, четверг. Вот собираемся пить чай. Здесь у меня фрукты, яблоко, мандаринчик. Ну, по половинке много не надо. Тут зеленый чай с медом. Мед горчичный. А здесь у меня жарится курочка. Сегодня купила курицу, половинку решила пожарить, второй половинки завтра сварю суп. Так, пусть пока еще пожарится. Так, на улице плюс 11,5, почти 12. Ну, это на солнце, естественно. Погода неплохая. Единственное, что сильный ветер холодный. А так погодка, что надо. Так, у меня тут солнце отсвечивает. Холодильник немножко прикрыла занавеской. Лимон, что ты орешь? Еда у тебя есть. Курица еще не пожарилась. А сырую я тебе давать боюсь. Кстати, я помыла пол, убралась в квартире, убиралась, наверное, часа 3, устала, постельное белье поменяла, видите, пол как блестит, чистенький, беленький на кухне, ни одной соринки, мусор вынесла, там упаковка от курицы только лежит, вечером выброшу, чтобы тут у меня до утра ничего не лежало. Так, я думаю, что она не сгорит, потому что тут убавлено. Телевизор выключила. Ну что, Филюшка? В квартире убралась, постель поменяла, все перестирала. Теперь у меня все это висит в ванной, сушится. Даже могу показать. Машинка стиральная, корзинка для белья, коврик. Все чисто, все вымыто, все постирано. Полотенчики поменяла, постель постирала, полотенце постирала. Так, чистота и порядок. Все ручки протерла с антисептиком. Пыль повытирала. Даже вытерла двери в туалете, в ванной. Там залезла вытяжку. Там наверху вытяжку вытерла. Но, правда, не совсем хорошо. Я, короче, туда не лазила. Я тряпочку на швабру. И так шваброй махнула. Может быть, там между этими рейками там еще осталась пыль. Но это надо стремянку брать. Туда залазить наверх. Филимон. Сырую курицу, сырое мясо мы тебе не даем. А курица еще не пожарилась. Кстати, я забыла чеснок туда положить для аромата, для запаха. Чесночку надо сейчас порезать пару зубчиков. Зубчика 2-3 туда кинуть сверху хотя бы. Он же будет гореть, и горелый чеснок будет горелым чесноком пахнуть. Так, что я еще сегодня сделала? Что-то так устала как-то. Конечно, убиралась часа, наверное, 3. Пока постель поменяла, пока закинула в стирку, пока тут все подмела. Потом, ну, 60 метров квартира, 58 и 2,5 метра лоджия, 65. Вот. Пока все подмела, пока все вымыла. Магазин вот 2 раза бегала. Первый раз за продуктами, второй раз за картой социальной, которую я там потеряла возле кассы. Хорошо, что вернули. Сбегала второй раз в магазин. Вот у нас запас продуктов. Сахар, песок. 3 упаковки макароны, спагетти, рожки и спиральки. Горох. Тут еще вермишелька.
там гречка, рис, гороха, много надо гороховый суп варить. Внизу таманка, овсянка, сахар, мука. Кстати, сколько покупали упаковок этих макарон? Наверное, упаковок 7-8 было. Остались 3 последние. Ну и 4-я вермишелька. Вот из того, что какие запасы были на балконе у меня, в принципе, осталось только 2 пачки муки по 2 килограмма каждая. И это все, что из... Все то, что я покупала месяц-полтора назад, уже ничего от этого практически не осталось. А что осталось, я перетащила сюда. Это вот 3 упаковки вермишели, горох. Еще где-то... Еще осталось 2 бутылки масла, 3-я начатая. Было штук 5. Ну и консервы где-то штуки 2-3 еще лежат. В общем, 3 пачки макарон, 3 консервы и 2 бутылки масла. И 2 упаковки муки. Это все, что осталось. Если ничего не покупать, то через месяц все подъедим. Хоть помаленьку, по чуть-чуть, но продукты заканчиваются. Вот сегодня сходила курочку, хоть купила. Сегодня у нас там... Что я там вчера готовила? Там какая-то каша у нас есть. По-моему, рис стоит и макароны. То есть будем это все доедать с курицей сегодня. Какой-нибудь салатик сделаю вечером. Помидоры, огурцы купила. Вот. Такие вот дела. Ой, присесть, что ли, отдохнуть? Что-то так устала. Ой. Так, сейчас у меня курица дожарится. Минут через 5-10. И пойду чай пить. Загружу вот это видео и буду чай пить. Так, что я еще сегодня делала? Постель поменяла, полотенце поменяла, все постирала. 5 веревок белья там висит в ванной. Все перестирала, переделала. Что я еще не сделала? В магазин 2 раза сходила. Фу, устала, убиралась. Ну, столько пыли было. Во-первых, кот, от кота шерсть по всей квартире. Я что-то в последнее время коврик, ковер, этот небольшой коврик в комнате, я его просто подметаю, а потом протираю мокрой тряпкой. Мне просто из одного коврика лень пылесос включать. В принципе, можно было по всей квартире с пылесосом пробежаться. Это было бы, наверное, быстрее, чем подметать просто. Вот. Но я как-то привыкла подметать. Пылесос просто не хочу включать, потому что он шумит. Я включаю музыку. Включаю на кухне радио. Канал радио «Дача» и убираюсь. Там музыка, всякие такие песенки старые, знакомые. Иногда подпеваю, если настроение есть. Вот. В общем, вот так и день прошел. Время 6:30. Скоро муж придет с работы. Сын пошел куда-то прогуляться. Во-первых, ему там какая-то посылка пришла с почты. Сказал, ну, извещение я достала из ящика. Короче, сказал, на почту сходит. Почта у нас работает. Только единственное, что там надо... Очередь стоит на улице и запускают на почту по одному человеку, по одному, по два. Пока один получает, второй готовится. То есть почта работает, но пускают по одному, по два. То есть надо постоять на улице, так на расстоянии 1-1.5 метра друг от друга. Такая небольшая очередь на улице собирается. Ну, в общем-то, народ, конечно, старается не ходить никуда. Ни на почту, никуда. Фу, что-то я утомилась, пока бегала тут по магазинам, пока стирку загрузила, пока убралась. Все, ничего больше сегодня не буду делать.
лампочка. Не сгорела она у меня тут. Как я тут одной рукой переверну, нет? Мяско. У меня же где-то нормальная лопатка есть. Как щипцы такая. Я же купила специально котлеты переворачивать. Так, это у меня таймер. Говорит, что полчаса прошло. Сколько курица жарится? Полчаса достаточно или еще добавить минут 5-10? Так, я тут убавлю. Наверное, еще 10 минут прибавлю. Пусть на медленном огне еще постоит. Минут 10. Фу. Так. Чайку хочется попить. Ну, вот так вот каждый вечер пьем чай зеленый с медом, с фруктиками. Ну, фруктиков, ну, обычно мы по целому яблоку, просто больше нет. Это я последнее пополам порезала. В принципе, могу еще один мандаринчик сюда почистить. Что-то мало фруктов. Надо еще один мандаринчик достать. Сегодня порошков купила, вот 6 штук. Так, мандаринчик еще будем достать. Плюш не надо. Ой, ладно, перебьемся. Тут курица жарится уже, кушать уже хочется. Не буду больше ничего доставать. В общем, все. Всем пока. До завтра. Не скучайте. Увидимся, услышимся. Люблю всех, целую, обнимаю. Не болейте никто. Всем пока.